Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Невероятная книга» или «Гляжу в книгу, вижу фигу». Все началось с того, что в своем ролике я показал вот такую интересную книгу Себастьяна Мюнстера «Космография». Значит, не ожидал даже, что придет столько много, будет столько много просмотров и придет столько комментариев. Комментарии, значит, разные, как по делу. Кто что-то видел интересное, кто-то что-то предлагал. Ну и было много, конечно, комментариев, как бы оскорблений. Ну, короче, плохих комментариев. Давайте вам прочитаю. Как же безграмотно озвучено. Прежде чем что-то анализировать, читать, нужно выучить язык. Вот такие, значит, комментаторы. Нет, чтобы разобрать книгу. Они, значит, обращают внимание, как я там читаю или чего я там выговариваю. Значит, есть вот такие комментарии. Киева нету, караул! Далее. Книга говно. Особенно этот ее автор, Себастьян Мюнстер. Пособирал сведения о других авторах, особенно от одного поляка Матвея, Миховского, Евангелия от Матвея. Читали? Нет. Так вот, это он, этот поляк. И это Иоанна. Читали? И еще один переписчик по имени Иоганн Бем. Так вот, этот поляк Матвей тоже не сам это придумал, а переписал у другого. Далее. Полное фуфло. Книга и карты. Никакой Европы тогда не было. Азия была, Африка, Америка, Австрия. Все континенты на букву А. Вот у этого человека Австрия — это значит континент. Понимаете, да? Вот такие, значит, комментаторы тута. Вот такие. Автор, удали свой канал. Так безграмотно рассказывать и доносить людям какую-либо информацию может только школьник начальных классов. Ну, то есть, умных вот таких вот ребят много. А чтобы заметить главное, ребята, посмотрите. 100 тысяч просмотров. И ни один не увидел очень интересных деталей, который увидел один мой подписчик и зритель, которого я вам и хочу порекомендовать в своем ролике. Значит, этого самого замечательного исследователя, или который хочет быть исследователем, зовут вот так. Вот так его канал называется. Дима Димов. Оставлю, значит, ссылки на его ролики. И хочу вам маленько сейчас показать про его ролики. И именно про этот ролик, про вот эту самую книгу. И что он там интересного нашел. Так, вот, значит, его ролик. Очень вам рекомендую, посмотрите. Если вот так наберете в поисковике «Дима Димов», появится у вас вот так вот много роликов. Очень рекомендую посмотреть их все. Когда была создана древняя оборонительная система Руси. Значит, вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая часть. Посмотрел их, очень интересно и очень у него интересная тема. Значит, как предполагает автор, крепостя звезды, это как бы и была одна газотранспортная система. И он приводит очень интересные факты, так что я вам, ребята, рекомендую. Обязательно посмотрите, подписывайтесь на его канал. Сначала посмотрите ролик перво-наперво, я вам на него оставлю ссылку в описании. Про эту самую книгу этого самого Мюнстера. Вот так вот, значит, канал, кстати, ник у него, значит, Дима Димов.
А канал называется Лох ТВ. Представляет. Вот этот ролик, значит, по-моему, это второй ролик есть. Первый называется «Царь я или не царь?». И вот он, значит, по вот этой книге, по первой же обложке, хорошо объясняет, кто вот этот вот первый во главе вот тут вот всех вот этих перечисленных царей. Обратите внимание, вот с двуглавым орлом вот этот посередине. То есть рекомендую очень вам посмотреть. Очень этот интересный ролик. Все ролики у него интересные. Своих подписчиков, ребята, подписывайтесь на этот канал. Я вам рекомендую, потому что грамотных людей я вижу издалека. Как говорится, издалека видать. Так что смотрите, вот обратите внимание, начинайте с первой части, вот система городов, крепостей Руси, очень хорошо человек все объясняет, надеюсь, будем с ним сотрудничать. Вот этот ролик у него, значит, интересный, про японскую письменность, как он интересно вывел, значит, как можно читать по-русски японские вот эти иероглифы. Поражает сходство. Посмотрите. Коротенькие есть вот такие поминутки. Так что, ребята, рекомендую. Смотрите на здоровье. Подписывайтесь на канал. И смотрите интересный канал Лох ТВ. Спасибо за внимание. До свидания.